Хамон, бастурма, сулугуни и сыр с грецким орехом. Ярмарка натуральных продуктов «Дары Кубани» открылась на Камчатке. Фермерский сыр, натуральное мясо, различные приправы и пряности, орехи, сладости и ароматный чай привезли для жителей и гостей полуострова. Мы приехали с Краснодарского края, привезли наши дары. Это тем, то, чем славится Краснодарский край, Кавказ, Черноморье. Это наши специи, соусы, также привезли самый северный чай в мире, который растет в Сочи. Самая вишенька вот на нашей ярмарке – это мясные деликатесы и сыры, натуральные сыры, которые невозможно купить в магазине. Это все фермерская продукция. Все продукты, которые представлены на ярмарке, натуральные и свежие. Все приготовлено строго по древним кавказским рецептам. Каждый посетитель сможет найти угощение по душе. Мяско купила. Колбаску купила, все вкусное, очень понравилось. Копченое не такое у нас мясо, как здесь я взяла, мне понравилось очень. Натуральное чувствуется такое копчение. Сыры, мясо, колбаса. По вкусу все великолепные. Ну, мы достаточно знакомые брали приправы. Взяли хмели-сунели, взяли, поскольку у нас рыбный край, естественно, взяли лимонную для рыбы. Ну и там ряд еще других знакомых. Из этих взяли кизил. Мы люди крымские, нам кизил знаком. Купили сыры трех видов. Особенно понравился сыр на вине. Я вот попробовала такой послевкусие, просто изумительный. До сих пор вот не могу отойти. Муж купил. Что купил? Мясо. Бастурму. Да. Тоже очень хороший. Хотелось бы иногда, чтобы до Камчатки доходили именно натуральные продукты, чтобы мы пробовали какой может быть сыр, какое может быть вкусное мясо. Да, мы довольны. Попробовать настоящие деликатесы Кавказа камчатцы могут уже сейчас. Ярмарка проходит в доме быта «Чайка» на Ленинской, 46, в Петропавловске. Продлится она до 13 октября.